Курсировала 42-я Соловецкая регата. Экипажи 15 яхт пришвартовались у парусного центра «Норд» в Архангельске. Абсолютным рекордсменом стало северодвинское судно. До финальной гонки дошли не все яхты. Днем ранее у спортсменов был непростой переход с Соловецких островов. Несколько команд сошли с дистанции. Остались 7 из Архангельска и Северодвинска. В лидерах экипаж «Эскапейт». Очень жалко, что на предыдущем этапе, который был от Соловецких островов, нельзя было это все наблюдать с берега, потому что тактически разложена гонка яхты «Мустанг» была вообще идеальна. Но это как раз тот самый случай, когда им в конце просто выключили ветер. Итог финальной гонки – победа северодвинцев. Экипаж «Эскапейт» самым быстрым становится второй год подряд. В тройку лидеров вошли яхты «Мустанг» и «Рапак». В следующем году организаторы Соловецкой регаты надеются сделать ее международной.